Про ревность и политику. Вы знаете, я слышал такую версию, что травля Собчака, ну, известная, в своей основе имела ревность Бориса Николаевича Ельцина к вашему мужу, как прорабу перестройки, человеку более образованному, ну, во всяком случае, по подаче так считалось, более, ну, скажем так, фактурному и перспективному. Как вы к этой версии добавлю относитесь? Добавлю к этому более образованному, более интеллигентному и более пользующимся авторитетом. Ну, в определенной среде интеллигенции, скажем так, да. За рубежом, среди зарубежных лидеров. Да. Потому что, понимаете, когда они видели дирижирующего оркестром или президента, они понимали, что это не совсем соответствует образу сложно представить культурной России. Да, да, это было, и это не просто версия, так оно и было, и есть масса тому доказательств.